Всем привет! Продолжаем знакомиться с мифами, легендами, сказаниями. Это интересно. Вальхалла, также Вальгалла, Вальгалла, древняя скандинавская Вальхалл, чертог мертвых, чертог убитых, дворец убитых. В германо-скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины, где они продолжают прежнюю героическую жизнь. Один, верховный бог, правит Вальхаллой, восседая на Хелицкьярве. Он отбирает половину воинов, павших в бою, а валькирии доставляет их в чертог. Другая половина павших отправляется в Фолькванг, людское поле, к богине Фрейе. Легенда гласит, что Вальхалла представляет собой гигантский зал, увешанный щитами на остриях мечей. У этого зала 540 дверей, через каждую выйдут 800 воинов по зову бога Хеймдалля во время последней битвы Рагнарёка. Воины, обитающие в Вальхалле, зовутся Энхейри. Каждый день с утра они облачаются в доспехи и сражаются насмерть, а после воскресают и садятся за общий стол пировать в окружении валькирий, дев-воительниц. Едят они мясо вепря Сехриммира, которого забивают каждый день и который каждый день воскресает. Пьют мед, которым доится коза Хейдрун, стоящая в Вальхалле и жующая листья мирового дерева Игдрасиль. Вальхаллу вместо огня освещает блеск мечей. Ну вот так, вкратце, о Вальхалле, чертоге мертвых. Данные я брал из Википедии. Пока-пока, до свидания.